Здравствуй, дорогой мой прадедушка Борис Константинович. Пишет тебе письмо твой правнук Копасов Артур. Ты меня не знаешь, а я видел тебя только на старых фотографиях. Из рассказов бабушки я знаю, что ты вместе с другими солдатами освобождал нашу родину от фашистских захватчиков. Был контужен и лежал в госпитале. А после ранения, хотя и потерял слух, остался верен родине и вместе с другими солдатами ковал великую победу. Теперь мы можем под мирным небом ходить в кино, в школу и просто жить. Спасибо, дед, за этот великий праздник. Дорогой прадедушка, я бы хотел поделиться с тобой счастливыми моментами, обнять тебя и сказать, что я горжусь тобой и люблю тебя. Твой правнук Артур.